Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь на реке Западная Двина. Выбрался с фидером посидеть, посмотреть, как обстановка, поскольку в этом году весна у нас такая с большим уровнем воды. Реки, озера неплохо так поднялись, но и негде было ловить, и не было ни время выбираться. Вот. Но сейчас уровень воды начал падать и решил выбраться, попробовать с фидером, посмотреть, как обстановка. И с самого начала пришел, не снимал, обустроился здесь немножко, берега такие неровные, вот, подкопал себе под стул, замешал прикормки, вот, и попалась небольшая густерка, даже не было видно поклевки, ну вот, и решил сейчас снимать, надеюсь, может быть, что-то еще будет, буду снимать и показывать. В этом году весна какая-то холодная, но, правда, цветут сады красиво, опыляют все это дело шмели, так что в этом году будет, наверное, урожай, а может, не будет, ну посмотрим, вот. Так что все, не трачу время и продолжаю ловить, ну а по ходу буду все рассказывать. Так что желаю всем приятного просмотра, а я делаю второй заброс, поехали. Сегодня рыбалка такая была не запланирована, просто думал, может, пойду, может, не пойду. Вот, ну, был, накопал червей, заготовил. Заранее как бы хранятся, вот. Ни опарыша, ничего не покупал. Думаю, если будет как бы клевать, то будет. Вот, поэтому сегодня чисто у нас червь по наживке. Ну и там пенопласт еще есть. Вот попробую, кстати, тоже попозже. Вот. И по прикормке, друзья, сегодня прикормка, в общем, у меня знакомые рыбаки просили прикупить прикормка со светофора. Кстати, думал, может, российская какая, но оказывается белорусская прикормка. Покажу потом немножко упаковку поближе. Вот. Такая красного цвета на карпа. Ездили они, в общем, на карасей. Неплохо отловились, говорят, очень вкусно пахнет. Но я вот решил попробовать на фидер. Взял себе тоже пачку. Интересно просто посмотреть, как она работает по фидеру. Вот. Ну, единственное, взял здесь ракушечник идет. Но сейчас ракушечник немножко чуть дальше туда. Я туда и не добрасываю. Вот, уровень Двины большой. Пока еще. Ну и здесь такое песчаное дно. Добавил песка с берега, немножко подкрасил ее. И вот на первом забросе первая густерочка. Бросаю недалеко, кормушка 80 грамм. В начале видео там показывал немножко, ну сносит еще. Вот, ну сильно и не будем далеко. Есть надежды, что здесь раньше неплохо в этом месте, вот пришел сюда как раз вот. Небольшой пятачок есть. Есть надежды, что будет раньше. Поклевывал голавль, лещ. Вот, ну, не знаю. Двина все с каждым годом все хуже и хуже. Не радует в наших местах. Ну, попробуем посидеть, посмотреть. Может быть, хоть мелочевки половить. Ну и обстановку покажу заодно. Была какая-то непонятная поклевка. Вот вытащил. И нету нашего червя. Какая-то активность есть. Но мешает. Мешает ветер. Сейчас хочу стойку, которая с колокольчиком, опустить пониже. Что-то ветерок немножко. Не могу понять. Что-то с поклевками. Ну, это уже радует, чем вообще ничего не было. Хотя мелочь под берегом гуляет.
немножко ниже опустил. Фидер будет над водой, вершинка. А то как-то высоко поднял. Ветром немножко колбасит его. Будем ждать. Есть поклевочка, очень аккуратная была. Решил, опа, что-то есть, но что-то не крупное, я думаю. Тут непонятно, течение еще сильное. Опа, сошла. Была какая-то мелкая, не дал ей до конца зажать, но это очень радует. Вот что осталось от нашего червя. Одни сопли. Какая-то активность. Есть много холостых поклевок. Но вот тут что-то клюнуло такое. Густерочка вроде небольшая. По-моему, да. Ну как небольшая. Опа. Так, иди-ка сюда. Есть контакт. Стал поближе к берегу бросать на течение. Ух ты. Опа, шмель на меня сел. Вот такая густерочка с ладошку. Неплохая. Забыл с собой взять садок, куда рыбу слаживать, не знаю. Куда буду слаживать. Но сегодня возьму рыбы. Ну, вот такая первая неплохая густера была первая. Нет, точнее, это вторая уже. Вот, большие глаза, такие оранжевые плавнички. Красота. Закину в какой-нибудь пакет, сейчас найду. И... буду ловить дальше, пробовать. Нащупал точку, надеюсь, будет отзываться. Несмотря на то, что весна, вроде должно быть тепло, прохладненько. Сидишь, как бы и кофта не лишняя. Куртку оставил, забросил на кусты. Не валялась на берегу. Грязновато. Тут тоже вот сижу. Ну, подсыхает грязь. И вот заварил чайку. Можно попить, посидеть пока что так. Поклевки очень слабые. Непонятно. Вот как солнце выглядит, есть поклевки. Солнце спрячется и хуже. Ну, что-то активность маленькая. Живности как-то очень мало совсем. Пару чаек тут пролетало и все. Птицы даже неохотно поют. Но вроде середины мая передают хорошую погоду, так что будем надеяться. Вода, может, уже больше спадет. Начнет прогреваться. А так прохладно, 10 градусов всего лишь. Только сел попить чайку. Даже не допил. И какая-то поклевочка. Наверное, мелкая густера опять. А нет. Небольшая плотвица. Вот попалась. Вот, тоже хорошо. И плотва, значит, проснулась. Отнерестилась уже. Обычно такая шурпатая вся. Тут, опа, не забрызгала. А тут такая неплохая. Возьмем тоже. Нашел тут пакетик старый. Сбрасываю. Ну, потом в конце покажу. Очень грязно. Плохо. Подходы плохие. Но что поделаешь. Опа. Даже еще не допил чай. Ну вот, поклевывает обычный червь. И прикормка. Может, сейчас прикормку поближе покажу. Расскажу сейчас.
Давайте поближе покажу прикормку. Вот такую взял в светофоре. Ну как взял, меня мужики попросили. Ловили там карасей, говорят, неплохая. Вот стоит там 7 с копейками, что-то под 8 рублей. 3 килограмма, вот, нова. Карп клубника, ну вот, использую на фидер. Вот, спадабай. Какой-то сайт есть, даже не заходил, не смотрел. Надо зайти посмотреть ассортимент. И сейчас заднюю часть посмотрим. Так. Что у нас? Прикормка рыболовная, нова карп. Но я думаю, они по на фидер делают по лещу. Вот частное предприятие спада. Гродненский район. Что там у нас? Агрогородок вертелишки. Ну вот делают такую прикормку. Тут вся информация. Там не кормить аквариумных рыб. Ну, в общем, за 8 рублей 3 килограмма пачка, считаю. Ну, неплохая. И, кстати, может быть, кто-то ловил на такую прикормку. Напишите в комментариях, стоит ли еще приобретать или деньги на ветер. Распогаживается, уже немножко потеплее. Так что будем ловить дальше. Вообще не было заметно поклевки. Вытащил, и вот такая мелкая опять густерка. Недалеко от берега. Что-то давно не снимал. Немножко навыки потерялись. Как-то непривычно, когда снимаешь. Все-таки и рыбачить получается. Сейчас как-то после зимы. Последний раз со льда снимал. Тяжело восстановиться, но думаю, все нормально будет дальше. Просто кто не рыбачил и не снимал, не поймет этого. Вот, хочется красиво сделать, но пока сегодня так как-то не запланировано все было. Отлично и так. Недавно тут звонили рыбаки знакомые. Сегодня с удочки тоже пробуют. Ну, сказали, червей всех съела, мелочь поклевывает. Пошли, отъехали за червями и к вечеру хотят прийти. Там ветер должен потихнуть. Вот, ну я буду сидеть, пока прикормка будет. Попробуем. Ближе к вечеру. Вот какие-то подтяжки непонятные. И волны не стало. Мелочь шугается. Или окунь, или мелкая щучка гоняет здесь. Вот сейчас попробую прикормки сыпануть, посмотреть. Ну, мелочи очень много. Но что-то перестало. Перестали поклевки. Так рыбы не видно, плещется. Сейчас вот покажу. Вот разводики есть. Вот, ногой ударил. И вот такие разводы пошли. Много мелочи под берегом. И стал поближе бросать. И поклевки какие-то пошли. Ну, обжирает мелочь. С нашей стороны сижу. Еще листва не такая зеленая, но на противоположном берегу начинает все зеленеть, но не хватает влаги. И скорее всего, ну не скорее всего, а это 100% тепла. Надо дождик хороший, тепло, и будет все в листве. Берега такие вот хорошенько. Течением кусты немножко вот снесло, почистило. Вот такие берега, но это не хуже. В этом году половодье было неплохое. Вообще не было давно поклевок. Опа! Сидел долго, даже не было
видно. Вот такая еще небольшая плотвичка попалась. Буду сидеть до последнего. Прикормки червей хватает. Попробуем. Пока тут в перерывах не клюется, звонился еще с рыбаками. Вчера были по спиннингу на озерах. Неплохо отловились. Возможно, следующая рыбалка. Попробую съездить тоже. Состыковаться. И попробовать со спиннингом. Прикормку просто так жалко выбрасывать. Еще на часик может есть какой. Сейчас посижу, еще побросаю. И подведем итоги. Двина какая-то мертвая. Ни птиц, никого нету. Хотел подсъемки сделать интересные какие-нибудь. Но что-то ничего. Ну, будет хоть так. Показал обстановку. Может быть, кто-то хочет выбраться порыбачить, хоть увидит уровень воды какой. И что вообще творится. Прохладно, но выбираться можно. Ближе к вечеру началось какое-то движение. Далековато, но не могу понять, или фидерщики с ночевкой пришли, или спиннингисты ходят. Расстояние порядочное. Но уже дома на монтаже будет видно. Ну и вы уже точно увидите поближе. Но расстояние приличное, конечно. Очень приличное. Только по голосам услышал. Ну вот такой сегодняшний мой улов. Открытие. Выбрался на разведку. Такие мелкие густерки и пару плоточек. Это все, что удалось словить сегодня на фидер. Ну, уже перед котами стыдно не будет. Надеюсь, дальше рыбалки будут повеселее. Только хотел записывать конец видео. Отошел. И такая вот поклевочка еще к тем рыбкам. Вот такая попалась. Густера, но уже выкинул всех червей. Корм. И поэтому буду собираться домой. Можно было посидеть, может быть, тут и начало бы отзываться, непонятно. Но уже выкинул, ничего нет. Так что вот такую еще густерочку словили. Ну что, друзья, пора собираться домой. Уже сделал последний заброс. Уже думал, ничего не клюнет. Но вот клюнул еще одна густера. Можно было еще посидеть. Ну, может быть, зря выбросил. Там корма немножко оставалось, червей. Ну, ладно. И так хватит. Сегодняшняя цель была прийти разведать обстановку. Как бы можно выбираться. Уровень двины падает. Ну, в следующий раз, думаю, будет повеселее. Конечно, крупного ничего не удалось ловить. Но перед котами будет не стыдно. Так что все, собираюсь сейчас домой и пойдем монтировать видео. Так что, друзья, если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. До новых встреч. Пока.